Всем привет! С вами Азбука Семантики. Я вам расскажу, что такое страница веб-сайта. Страница веб-сайта – это один URL, то есть URL, который принадлежит вашему сайту и по которому открывается некое содержимое, вот это и есть страница вашего сайта. Это не часть какая-то контента, это не абзац текста, это именно тот объем информации, который открывается по URL вашего сайта. Если ваш URL имеет несколько вариантов, то есть, допустим, он ваш сайт слэш там о компании, и дальше есть еще ваш сайт слэш о компании слэш там какой-нибудь о нас, то вот это будет две разные страницы. Две разные страницы, они могут содержать одинаковую информацию. Тогда это будут признаны как дублями. Они могут содержать разную информацию. Тогда это будет признано как разные уникальные страницы. Поэтому при продвижении сайта мы всегда ориентируемся именно на единственную страницу на вашем сайте, которая открывается по определенному URL. То есть по определенному адресу открывается страница, вот это и продвигается в поисковых системах. Важно при работе с сайтом смотреть, чтобы ваши страницы веб-сайта никогда не дублировались, никогда отдавали правильный код ответа, не содержали неправильную информацию, не содержали какой-то битый контент, потому что когда поиск забирает ваши страницы сайта, он именно хранит в своей базе вот эти вот URL сайта. Он скачивает, смотрит то, не то, дать в индекс, не дать в индекс, либо убрать. Вот. Страницы веб-сайта могут быть реализованы на скриптах, могут быть реализованы с помощью текста, с помощью картинок, с помощью всяких там анимаций, видео на них может быть. На них может быть вообще разнообразный контент. Вам необходимо смотреть, чтобы страницы веб-сайта вашего индексировались поисковыми системами, чтобы этот контент был оформлен правильно, чтобы не было никаких технических ошибок, чтобы код вашей веб-страницы был правильный. То есть, если она существует, она должна отдавать 200-й код ответа. Вы можете посмотреть на нашем канале, что такое коды ответов. Вот. Дальше. Страница веб-сайта, вы можете создать ее руками, вы можете создать ее в рамках административной панели, вы можете ее просто там в блокноте создать на голом HTML-коде, вы ее можете установить на сайт, закачать напрямую на FTP. То есть вообще варианты работы со страницей, они различны, начиная от того, что вы делаете руками, и заканчивая административными панелями. Вот. Еще раз обращаю внимание, то что веб-страница сайта – это страница, которая открывается по определенному URL. Вот, вы проверяете, что у вас эти URL уникальны, и работаете при продвижении сайта. А это все, что я хотела сказать. Напоминаю, что все видео доступны у нас на сайте. Читайте ниже в комментарии. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.